Привет, друзья, с вами Кердекс, и сегодня мы продолжаем играть в Wizard of Legend. Честно, я в ужасе. Я вот должен вам признаться, у меня было 130, мать его, кристаллов. За эти кристаллы я накупил просто хренову тучу скиллов. Ни один из них не был базовым, либо же скачком. Все это были обычные скиллы. Вот, и, к сожалению, ни один из них не может по удобности, либо по дамагу произойти наш самый обычный ураганчик. Ураганчик наносит там в районе 20 урона каждому. И при этом собирает огромную кучу врагов. Все остальное это прицельные удары, которыми нужно попытаться еще попасть по врагу. Вот это еще была интересная вещь, которая забирает на нашу сторону товарища, но буквально совсем на чуть-чуть. То есть он там буквально 3 или 4 секунды с нами бегает, даже меньше, наверное. Вот, это много дела не меняет. Вот, поэтому пока что, к сожалению, скорее всего, пока что ураганчик тащит. По рывкам у нас выбор так и остался скудный из 3 рывков. И по активным скиллам, опять же, одна молния, либо же вторая молния. Обычный ветреный рывок и рывок вот этот кружками. В принципе, он неплох, но если бы мы не дрались с боссами. Нам нужно чем-то босса постоянно наваливать. Поэтому нам массовый скилл, у нас одного ураганчика хватает. Здесь как раз должен быть максимально прицельный скилл. Вот, поэтому с таким набором и нам предстоит работать. По-другому пока что, видимо, никак. Абсолютно, ладно, погнали. В надежде, собственно, на получение хотя бы от боссов хороших скиллов. Славьте, господи, добрый день. Давайте, ребятки, кто на новенького? О, я вижу, достаточно. Тить-колотить. Выбил мне сферу. Не надо так. Давай, стреляй. Умничка. Главное слушаться меня. Ну, будешь? Молодец. Это самый изичный вариант, просто уклониться нужно. Не более чем. Так, а вот здесь что-то серьезное должно быть, твою мать. Там постоянная ловушка работает. Это проблематично. Все, больше никого не будет. Я ж попросил, чтобы больше никого не было. Что же вы твари-то такие, а? Дефит, ему плевать, его не застадить. Тихо. Закружу. Держи. Лол, по ним ловушка тоже бьет. Ай. Так, тихо. Бегаем. Оп, красавчик. Давай. Дефьте до посинения, падлы. Фу, боженьки. Ну, много урона получили, на самом деле. Неприятно. Блин, я вас всех троих хотел засосать, но, видимо, не судьба. Тихо, оп, отошель. Щит, как всегда, вовремя. Держите, спасибо большое. Монеты, да. Надо собирать монеты, иначе никак. Давай, разгончик, быстренько. Так, здесь мы были. Обходи, ломай, круши. Что? Я в кристалле хилку нашел? Я так все кристаллы пылесосить буду, слушайте. С таким успехом. Давай, полностью все вскрывай теперь. Так, магазик, распродажа. Это батарейка, дюраселька есть даже, ничего себе. Батарея Тараниса, да? Амулет разделения, заступ геи, хорошо. И темная катана. Мне кажется, что темная катана должна быть мощавой. Возможно, это даже вампирик, судя по красным следам на мече. Добрый день. Стоять, не уходите, спасибо. Так, все кристаллы теперь ломаем. Тихо, что же вы... Я бочки затянул. Плохой, Коля. Был же опыт, нельзя затягивать бочки, ни в коем случае. Добрый день. Почему скилл не заряжен был? В смысле? Чё это было? What the fuck? Текай. Держите. Так, минус 2. Ч-ч-ч-ч. Закручу, заверчу. Так, отходим пока что. Давайте еще покрутимся. Спасибо большое. Даже кристаллик дали. Ничего себе. Не зажали. Так, здрасте. О, ты мой любимый. Я тебя обожаю. Клык вампира. Вот это 100% вампиризм. Золотая сабля зависти. Дрявая чумная фляжка. Сабля, походу, кстати, была. Я только не помню, что она дает. Так, победа над врагами восстанавливает здоровье, но уменьшает его максимальный запас. 300 хп у нас теперь, лол. Найс, ладно, посмотрим, поскольку хоть восстанавливаем. Это интересно. О, здрасте. Ой-ой-ой, куда это я дважды? Дважды тэпнулся, не надо так. А, сколько у меня денег? У меня сотка всего лишь. Алло, мне деньги надо. Я не хочу вот так с пустыми руками линять. А, у нас там еще один проход есть. Очень сильно надеюсь, что мы там что-то найдем.
Давай, топчи, топчи, все полностью. Ясно, нашли, блин. Так, отходим. Да тихо. Закружу. Не отошел вовремя, зря. Держи. Серьезно, мы хилимся по 3 хп? Вы сейчас серьезно? Меня развели. Так, луки никогда больше не брать, ни при каких мать его обстоятельствах. Это просто смерть, по сути. Это просто смерть, бляха-муха, ну... Ой, просрались мы с одним, конечно, реликом. Ёпарь с этой там бочки. О, вот так давайте, найс. Сработало как нужно. Держи. Тихо, ты что делаешь? Да, ёпарь с этой. Я тебя не заметил просто, я думал, меня малой пустил чем-то. Так, ломай, может здесь хил будет. Тихо, иди сюда, вдвоем становитесь. Вдвоем огребайте. Вдвоем говорю. По одному не огребайте. Им нельзя развязывать руки. Сразу накажут. Так, кристаллы ломай. Там мы прочекали. Тут еще проход вверх есть. Не. И здесь что? Ясно. Отхилился на 3 хп за убийство. Охренеть просто. Вот это радость. Вот это я понимаю. Счастье так счастье. Так, давайте-то отэпаться. Что нам важнее, скилл или релики? Хорошо, что по скиллам? Бульку это я тоже, кстати, купил. В принципе, неплохая вещь, довольно долго задерживает, причем не одного, а двух врагов может задерживать, но... Нет скилла, которым бы я мог его заменить. Взять его пятым скиллом, возможно. Замена ни в коем случае. Так, резкий шквал в виде рывка. Угу, и улучшенное завихрение воздуха. Пожалуй, нет. Давайте лучше рандомные релики брать. Это куда веселее. К примеру, на меч мне хватает, да, детка? Так, что за меч? Это реликвия созданная, да-да-да, так утраивает шанс критического удара для всех аркан ближнего боя. Хорошо. Это очень хорошо, мне кажется. Сейчас мы проверим, правда, как это работать будет. Так, давай один раз телепортянись, спасибо. Так, ну здрасте, давайте. У меня сколько? 3 арканы, да? 2 точно арканы у меня ближнего боя. Так, твою мать. Идите сюда. Вот это по факту является ближний бой. Я не понимаю, почему не засчитывает, ну да ладно. Так, держи. Сейчас за ураганю. Ураган не критует. Хотя бог его знает, какой у нас крит изначально был. Может это и есть... Ёпарест. Может это и есть тот самый мега крит. Может у нас там был 1%, теперь у нас 3%. И мы этого никогда не ощутим просто. Ух, твою мать, что ж ты делаешь? Отходим, тихо. Не нервничай, дружок. Твою мать. Я так по-дебильному сейчас урон получаю, серьезно. Дебильнее не придумаешь просто. Нам дай бог до второго босса дожить, я так понял. Next. Так, дрятите. О, с 300 хп. С мега бесполезным отхилом. Выжить это будет прям сложно. Так, давайте двигайтесь. Вот туда падай, красавчик. 3 хп отдал, и ты падай. Серьезно, на полном серьезе дают 3 хп за убийство. Забрал у меня 200 из максимума. Тихо, пацаны. Да ёпарес это. Почему релот не произошел? Алло. Я сейчас тупо на ровном месте херову тучу урона получил. Просто, мать его, на ровном месте. Так, давайте сюда сбегаем тогда. Мне пхилочку найти. Так, ты у нас что предлагаешь? Пожертвовать арканы? Не-не-не-не-не. Была бы у меня лишняя пятерка, если бы ты не рандомно их забирал у меня, я бы тебе выдавал, какую аркану я могу тебе отдать, то ладно, еще был бы смысл. А так, смысл утерян. Не тот скилл опять узнул. Тихо, фу. Закружу. Так, кто в этот раз? Твою мать. Тихо. Держите. Ай. Тихо, 2 хп осталось, тихо стоять. Стоять, ублюдок. Так, нам срочно нужен магаз. Без магаза не разберемся вообще. Тихо, падай в эту, в дырку. Тихо, не бей меня. Я убегу. До свидания. Пацаны, я за вами еще приду, наверное. Это победа. Так, ладно, теперь наглядно, собственно, покажу. У нас хватит на 2 арканы, по идее.
Наглядно покажу, как это происходит. Ох, стоп, вот наконец-то хорошая попалась. Для рывка это та, что ядовитые поля оставляют. Сейчас проверим, погодите. Походу, да. Это наконец-то выпало что-то толковое. Остается ядовитое пятно, я не помню, оно немного, по-моему, наносит урона, но тем не менее, это доп. Урон. Там у нас просто отвлечение врагов происходит. А здесь плюх и доп. Урон. Причем у нее, походу, больше, чем один заряд. Сейчас проверим. Один заряд? Нет, не кадешец. Сейчас на этих проверим. Три. Четыре. Нихера себе. 25 урона, по идее. За 5 секунд, правда, но тем не менее. Это вам не шуточки, с этим уже весело. С этим можно повеселиться. Так, и второй что у нас? Да ладно. Чё мне так фартануло? Еще и базовый скилл выпал. Все это время я собирал обычные скиллы, чтобы вы понимали. Здесь дамаг, кстати, побольше, но сама скорость дамага меньше. Скорость атаки. Ну, в принципе, давайте с ней попробуем. Чё уж там. Это у нас вода, земля, воздух и огонь. Прям вообще. Как пожелаешь. Как я понимаю, против огня как раз и работает вода. Если я не ошибаюсь, поэтому сейчас, возможно, мы будем убер урон наносить. Так, отойдите. Держите яд, держите водички. Прям просто запинал. Так, тихо, фу-фу-фу-фу-фу. Так, отравление на вас работает, замечательно. Это, правда, не огненные ребята, это обычные. Но, тем не менее, держи. Так, добили. Ч-ч-ч-ч-ч. Нельзя. Хорошо. С этим справились, замечательно. Правда, все равно уже хп потеряли. Молясь. Нам просто, по идее, хп вообще тратить нельзя. Либо найти супер-вампиризм. Иначе здесь просто не выжить. Так, яд попал? Попал. Хорошо. Держи, 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 держи. Это тебе вместо яда. Стоять, пацаны. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прыгай, чё не прыгает? Алё-лё-лё-лё-лё. Чё за подстава? Пошли нахер. Утоплю вас в воде. Как котят просто. Пошли нахер. Мразь, бляха, столько урона нанес мне. Это нехорошо было вообще. Держите яд. Держите плюху. Блин, да что ж ты будешь делать? Нам надо какой-то релик, короче, наверное, искать уже тогда, а не аркану. Арканы, в принципе, у нас нормальные, как мне лично кажется. Вот, а релика нам на либо вампиризм, либо еще что-то не хватает очень сильно. Пошли нахер. Так, идите ко мне, идите ко мне. Хоп. Не дошли до яда. Бывает такое. Такое тоже случается. Так, здесь меня никто не закрывает. Хорошо. Здесь тоже никого. Там, кстати, переход был, ну ладно. Мы туда, если что, еще вернемся. Да ёпрста, я не люблю на таких зонах. Падай вниз. Почему вниз не упал? Алло. Охрана, отмена. Держи, держи, держи. Чуть-чуть-чуть-чуть, падла, попал таки, ну. Так, иди сюда. Все, упал. Я доволен. Я доволен. Не перезарядил. Очень зря. Держите. Немножечко тебя польем. Бабла даже на хилку не хватает сейчас. Дожились, докатились. Стоп, мы в обратку вернулись, серьезно? Так, здесь типа разведано. Ладно, сейчас пробежим. Там еще одно место было. Так, здесь переход. А там просто, по-моему, аппендикс. Там больше ничего нет, да? Здесь просто аппендикс. Надо, короче, разбивать. Я так понимаю, что вот эти рандомные бочки и тому подобная хрень меня может отхилить рандомненько. А это я скажу, может жизнь спасти, если что. Так, давай сюда сейчас бегаем. Так, здесь меня явно ждут. Ага, даже так. Я тебя понял, погнали вниз тогда. Лупи бочки. Ч-ч-ч-ч-ч. Там еще и турели стоят, ти, твою мать. Отойди, отойди, отойди. Держите яд, спасибо большое. Отходим. Так, пацанята, сейчас давайте стреляйте. Ясно. Так, с тобой прощаемся, давай, пуляй. Хорошо, с них, кстати, денег нормально накидывает. Но реально, если я сейчас хилку не возьму, это все. Твою мать, вы серьезно, что ли? Падай в воду. Да ладно, он что, реально упал в воду? Точнее, в лаву. Бывает. Щит хэппес, дружочек. Прыгай, прыгай, прыгай. Прыгай еще разок. Держи яд. Все, минус. Крепкий парень, кстати. Твою мать, ты издеваешься? Я тут бочки бью, я на хил надеюсь, а он меня еще пинает там, ну. Идите сюда, оба. Держи в лицо. Держите яд. Найс.
Хорошо сработано. Так, потопчик вам небольшой. Так, здесь у нас что? О боже, наконец-то, дай хилку. Фух, так, у нас есть шанс выжить. Это уже приятно знать. Боже, это первый уровень с учетом того, что у нас основной атакующий скилл вода. Это просто пипец какой-то. Так, верни меня на исходную. Так, а там мы куда не дошли, получается? А, мы свернули там направо, да? Да. Сейчас свернем налево. Здрасте. Отошел. Ого, там одному, по-моему, воду выкинул, да? Найс. Давайте еще разочек. Опа. Ядик работает. Держите. Кому что непонятно. Кстати, у нее, походу, радиус воздействия больше. Ты у нас что делаешь? Купить реликвию. Положите их на земле, тогда я все оценю и заплачу цену. Не-не-не-не-не-не-не. Не буду я с тобой меняться. Вы мне уже подстав надели. У меня вообще сегодня день, когда во всех абсолютно записях меня почему-то пытаются где-то подставить. Мне это не нравится. Так, давай вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Дочекаем заодно. И вот сюда. Так, дратуйте. Так, а ты у нас арканами борешь. Ну, ты мне ничем не поможешь. Окей, погнали. Что нам остается? Так, стоять бояться. Тихо, тихо, тихо. Не надо перед направлением это делать. Как я только что промазал? Вообще, всерьез. Какой был шанс промахнуться? Так, держите отравление. Так надо. Так надо, если что. Это не мое желание, так просто нужно. Так, тихо, тихо. Сейчас не все как целиться начнут. Держите. Ай, не вовремя, не вовремя, не вовремя, не вовремя. Держи. Ох, вот это было жестко. От такого не убежать. Так, воротик. Тихо, 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 тихо. Давайте собрали все в кучку, в общем, вот так. А я тебя буду надамаживать спокойно, окей? Договорились? Не договорились, я понял. С тобой так по-простому не получится, да? Так, собрали все в кучку. Найс. Держи. Так, что-то выпало наконец-то. Сотрясение. По-моему, у меня есть, кстати, оно. У меня такое чувство, что мне дают скиллы, которые у меня уже есть. Очень дурацкое ощущение, ладно. Забьем болт. Так, колупай, 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 не стесняйся. Надежда как бы есть. Так, баблишка уже, хорошо. Ой, ёпперс это. Малыши, стоять боятся. Почему там не только малыш оказался, я не понял. Давай в ловушку огненную иди, короче. Не хочешь туда. Твою мать, я его еще и притянул как назло. Ну пошел нахер от меня. Держи. Булыгай по лицу. На тебе, водичкой потушим. Ёпперсете, ХП опять убегает просто от нас, серьезно. Как ты меня только что дамагнул, если у меня нон-стоп идет атака, твою мать. Как? Объясни мне. Почти. Это было почти попадание. Так, стоять. Подо мной появляется булыга. Вот это очень странно, на самом деле. Тихо-тихо, держите. Ай. Больненько. Держи яд. Хорошо. Не то, не то, не то, не то. Во, хорошо. Минус, минус, у меня 80 хп. Тут что-то... А, это были призваны им, уродцы. Так, стоять, 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 стоять. Не успеешь, не успеешь, не успеешь. Хорошо. Опять мне нужен срочно магаз. Без магазика не разобраться. Хоть в этот раз у меня и 500 хп, но это что-то как-то не порешало. С молнией мы справлялись лучше. Так, не юзай главный скилл. Соп, он его юзнул, твою мать. Прыжочек, ясно. Неуспех. Абсолютный неуспех. Верните молнию, пожалуйста. Верните молнию, иначе никак. Так, еще раз сейчас быстренько пересмотрим аркану. У меня сколько? У меня 20 как раз есть. Пламенный рывок. Давайте рывок возьмем. Посмотрим, у нас рывок какой ядовитый был. А теперь есть еще и пламенный. Хера себе. А сколько ты урона наносишь? Так, кадешку убери. Вот это я понимаю, арканы. Вот это уже что-то действительно стоящее. Я вам так скажу. Правда, это надо по таймингу еще попасть очень хорошенько. Чтобы заюзать. Так. По поводу чего у нас проблема? Так, тебя мы меняем точно на молнию. С этим у нас было лучше всего. А, так, огненные у нас там появлялись вроде бы, да?
Ну, это все абсолютно не юзабельная вещь. Хорошо, как выглядит эта штука, если она... Стоп, это не топ. Она просто наносит массовый урон. Вот. Две штуки их у нас. 20. 20-30 при ударе об стену. Ну... Это никак даже не сравнится с огнем этим, ну серьезно. Там по области огромные, бабах, бубум. А здесь ни черта вообще. Так, по обычным здесь можно пересматривать очень долго, серьезно. Который замедляет и ранит всех врагов поблизости. Давайте этот пробу. Вот звучит очень хорошо, правда ведь? А по факту посмотрите, ну да, они замедлены, да, они получили 20 там единиц урона максимум. Бле, так, дальше. А, драконий прокоп, кстати. Я думал, что это будет скилл, который меня пускал тогда этот босс. Что он самонаводящийся. Но нет, хрена лысого, он точечный. То есть он по определенной линии идет только. Вот это тоже печально. Который разгоняет врагов. Звучит просто замечательно, по факту нихера полезного. Так, шаровая молния меня тоже расстроила. Сейчас деда. Просто губ, ну, нанесла прилично урона. Врать не буду. Наносит урон там довольно прилично, там сколько? 5 где-то или 6 ударов, то есть это 60 с чем-то урона, может даже больше. Но на одну цель. Только одна цель. Никакого воздействия. Вот в чем печаль. Так, по воде у нас здесь вообще все. А, вот я вот это еще хотел показать. Это у нас, собственно, булька, которой имеем мы две штуки. Одну пускаем, ну, в общем, и вторую во врага, как вы поняли. Наносит там в районе 30 урона, по-моему. То есть сначала 15. Потом... Еще 20, даже 25. То есть 40 урона наносит и при этом удерживает в клетке. На протяжении этих самих 5 секунд. В целом неплохо, казалось бы. Но, опять же, если сравнивать его с нашим ураганчиком, где он боженький, то это ни в какие вообще не годится рамочки. Да, на одну цель ураганчик не годится, но зато ураганчик может захрести херву тучу целей. И им, собственно, накидать добротно. Так что пока, наверное, вот с таким сетом попробуем. Это огненный рывок. Это молния и, конечно же, ураганчик. Ну и огонь. Пиу-пиу-пиу. Без этого вообще никуда. Пока что, ребятки, сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать увиденное. И, конечно, нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся в следующем эпизоде. Пока-пока.